Fullback Technology уже два десятка лет занимается поиском новых инновационных идей для крупных международных компаний. И как показывает богатый опыт президента Fullback Technology Нила Годика, за свежими решениями лучше всего идти в университеты. Причем выигрыш останутся обе стороны. Ученые получат кратчайший путь продвижения своих разработок, компании наиболее оптимальное решение своих проблем. За годы работы компании Fullback Technology удалось установить тесный контакт со многими вузами стран СНГ и России. И сейчас Ник Годик надеется начать сотрудничество с Казанским федеральным. Вы знаете, сегодня в мире просто колоссальный дефицит свежих идей и решений. Многие компании готовы выложить целое состояние за ту или иную разработку. Но сразу хочу отметить, что и запросы соответствуют. Взять хотя бы шариковую ручку. Если вы сможете сделать так, чтобы чернила в ней никогда не заканчивались, вы миллионер. И я уверен, что ученые КФУ смогут решить подобные задачи.